МФЦ Сургута временно будет работать с населением только по предварительной записи. Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения. Решение приняли в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Записаться на прием в многофункциональный центр можно по телефону 206-926. Талоны доступны также на сайтах МФЦ и администрации города и в специальных терминалах. Вне очереди, напомнили в учреждении, обслуживают только ветеранов Великой Отечественной, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов первой и второй групп, пенсионеров старше 80 лет. Однако тем, кто взрослее 65, рекомендовали приходить только в исключительных случаях и с 8 утра до полудня.